Сегодня я иду с новым рюкзаком и 70 литров. Как раз вчера я его получил. Водонепроницаемый. Ссылка там в описании. Здесь кармашек. Здесь кармашек. Это для пакетов. Здесь нож. Электрошокер у меня лежит. Сейчас их не достал. Все понял, что. Здесь лямочки такие. Я его не чувствую за спиной. Там отсек он один. Ну, есть еще вот дополнительный здесь. Для чего я тоже буду использовать. Везде лямки, везде крепежи. Кстати, рекомендую, ссылку я говорил, нет, дам в описании. Здесь тоже кармашек сверху. Мне дергается хорошо. Даже отлично. Вот такой у меня рюкзак себе будет. Кто ходил с вещмешком, вот эти лямочки тоже они впереди, поясывают тело, чтобы удобнее было. Ну и здесь, как обычно, у всех грязны. Не у всех. Ну тоже крепится. Такие отстегиваются. Довольно объемный рюкзак. Вот я хотел вам показать. Надеюсь, скоро придет палатка. Покажу, как все поместится в этот рюкзак и палатка. Как, на чем спать буду. И мешки спальные. Спальный мешок. Еще не знаю, на следующих выходных будем спать. Так, главное. Километров 10 идти. Вон в ту сторону. Через эту сопку, там еще пара сопочек, и я буду на месте. Если удочка придет, то пойду с удочкой. Конечно, хотелось бы с удочкой сходить. Но как она придет, тоже заказал. Снова в лесу. Тут такое болото, белое все. Что-то тут пушится. Не знаю, как это называется. Трава. Зрелище красивое. Там кочка. Красота. Иду за щавелем. Вот это то, что делится по земле. Это наши карликовые березки. Они такие маленькие, по колено. Ну, по их зарослям ходить очень неудобно. Эти реберки так, они просто стелятся, по ним ходишь. Они даже не поднимаются. Здесь вот, они вот такого размера вырастают. Пахнет здесь вкусно багульником. Вот, до колена они. Ароматно уже отцвел. Отцветает уже. Красиво здесь. Птички поют. Это белый мох. Такой он миленький, плотный. Говорят, растет очень долго времени. Беленький. Комаров много сегодня. Ветра нет. Они зверятся. Это карликовая березка. Вамху. Багульник. Цветает уже. Рано сегодня. Она цветает в этом году, точнее. Вот. Еще что-то такое вот. Я не знаю еще. Вон там вот вараника растет, тоже вот цвела уже. Ждем ягодок. Ягодки будут где-то в сентябре. После брусники собирать можно. Комары. Ченичка уже завязывается. Думаю, через месяц она уже пойдет. По крайней мере здесь, на этой стороне. Обычно она раньше позревает. Я здесь не собираю. Отправлю дальше. Немножко запыхался в горы, все, в горы, в горы. Сейчас скоро по ровной вниз пойду. А вот и морожка завязываться начала. Ну, пока наверху сопок. Да, тут вокруг много их. Вот такие они еще маленькие. Ну, главное, что ее она будет. Морожка. Если здесь есть, то туда, куда я хожу за морожкой, она уже будет наверняка. Вот. Здесь она как бы
немного и вообще растет. Уже начинает завязываться. Что меня не может не радовать, так как я уже в августе уезжаю. Недельку с детьми. Ну и смогу немножко пособирать морожки. Значит, придется идти сначала по верхам походить. Там вот, чуть подальше. Если она не успеет созреть внизу. Потому что внизу она как-то позже все. Но внизу ее больше. Надо же, Иван чай начал свести. Вот он. Буду тоже собирать его, чай из него делаю. Но обычно собираю, когда он цветет. Точки, листики. Такие говорят, кусты. Очень полезный. Сейчас у меня рост там. Папоротник какой-то. Да. Громадные вот махали. Я почти на месте. Сейчас буду собирать щавель. Щавеля здесь полно. Ну, сегодня уже буду делать запасы. Сегодня собираю много-много. И пойду. В следующую субботу с чем-нибудь другим. Ну, или такие здесь кусты щавеля растут. По всему этому овражку. Особенно с той стороны. Там можно на пригорке собирать их. Здесь вот они везде. Он уже цвести начал. Ну, тут я обычно не люблю. Люблю собирать такие, которые низко стелятся. Которые не цветут. Такая гусеница на него упала. Прошлогодняя ягодка брусники. Собираю листья брусничные, тоже полезные, в чай, для почек хорошо. Говорят, много их нельзя, что-то для сердца, на сердце сначала плохо влияет, если их постоянно пить. Так периодически, реально очищают, хорошо себя чувствуешь. Вот так цветет брусника, она, в принципе, уже цветает. А там ягодки начинают завязываться, везде вот цветет она немножко. Вот так, в принципе. Уже собирать ее последний день, наверное. Да, брусничный лист собирают. Ну, еще завтра. Завтра еще пойду в лес. Собрал 2 пакета щавеля. Собираю по пути брусничный лист. И двигаюсь в сторону дома. Часов 6. Сейчас сколько? Сейчас где-то до 2 часа. Часов 6 я уже надеюсь быть дома. Дела очень много. Еще надо смотреть футбол. Сегодня играет Россия. Надеюсь, победят они. Такая у меня березка здесь. Вот такой вид у меня. Закрытие красивое отсюда. Рекомендую собирать лист, когда он уже, когда ягоды завязываются, потому что лист чернеет при сушке. Поэтому лучше собирать или просто, который без ягодок, ну и без завязки. Такой. Или со цветением. Это самый оптимальный вариант. Вот есть. Покажу тут еще ягодки прошлогодние. Сейчас попробую. Вкус брусничный, да. Какие-то сладенькие они. Чересчур. Как варенье. Как будто из них кто-то сварил варенье. Какое насекомое обнаружил. Интересно, оно кусается или нет? Ой, сейчас лапками будет. Это мотылек. Первый раз такой вижу. Как его достать? Иди сюда. Во. Ясно видно, мне тут солнце освечивает. Во. Комары. Сюда палец посадился. Какое-то насекомое. Не знаю, что это. Ну и как-то оно бесстрашное какое-то. Не улетает. Все. Иди на багульник.
упала. Ну ладно. Пусть ползет куда-то по своим. Вот и это месяц стояли артиллерийские позиции наших наручников. Я уже видео снимал. И вот я еще нашел какую-то землянку. Тут сразу видно вход. Вот тогда искал, я так еще не нашел. Здесь вот. Ну, видно кладка там из камней. С этой стороны тоже. И вот там вот, только что я проходил, тоже нашел еще одну. Вот каждый раз хожу и каждый раз все более новые открываю, которых я еще не видел. Вот здесь была реально мощная установка, везде все было. Везде блиндажи были. Вот выход сразу. Как ступеньки похожи. Все. Мы вышли из землянки. А вот мой любимый блиндаж. Здесь я показывал. Кирпич я вот нашел. Кирпичом железную конструкцию. Вот она лежит. Тут достал. Ну это в том видео. Вот каждый раз что-то открывается новое. Здесь обычно я просто сижу, отдыхаю, ветра нет. Вот мне как никто не видит меня, когда вот народ ходит кругом. Спокойно сижу, себе перекусываю. Здесь вон брусничный лист сейчас буду собирать. Вот здесь вот посидеть можно, вот здесь отдохнуть. Ну, там можно полежать. Здесь место очень хорошее, закрытое.